О том, как важно в современном обществе быть финансово грамотным, не говорит только ленивый. Для журналистов этот вопрос стоит не менее остро. Например, чтобы свободно говорить о сложной экономической ситуации банков, нужно знать всю ее подноготную. Об этом на своем мастер-классе студентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ рассказал председатель наблюдательного совета Банка Казани Оскар Прокопьев. Бакалавр Лондонской школы экономики и политических наук рассказал студентам о сложившейся экономической ситуации в стране и о том, почему так важно быть экономически подкованным. На сегодняшний день, к сожалению, эти все моменты присутствуют. И мошенники, и аферисты, и авантюристы, которые предлагают какие-то легкие деньги. И люди до сих пор не могут разобраться, для себя понять, что на самом деле приведет к обогащению, а что не приведет. И чтобы не совершить ошибок, нам необходимо любому человеку разбираться в финансах, хотя бы в базовых. Финансовая безграмотность населения – это большой бич общества. Чтобы помочь студентам и журналистам разобраться в этой теме, Банк Казани совместно с Высшей школой журналистики и медиакоммуникации запустит курс мастер-классов от топовых экспертов по вопросам экономики, маркетинга и менеджмента. Это вообще проблема наша с вами. Проблема тех, кто работает на широкую аудиторию, на общественное мнение, формирует ее в рамках компаний, непосредственно работает со словом, с картинкой. Помимо бесплатных мастер-классов, Оскар Прокофьев советовал студентам интернет-площадки для изучения базовых вопросов в экономической сфере. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.